Steam ошибка при обновлении Counter Strike Global Offensive произошла ошибка неверная платформа пишет тебе CS:GO при попытке его обновить и запустить проблема эта связана с тем что вышло новое обновление для CS:GO где помимо всего прочего были обновлены средства для компилирования под Windows что это значит это значит, что предоставляемые Microsoft библиотеки для разработки программ, и теперь обновленная CSGO использует их. А в этих обновленных библиотеках от Microsoft а больше не поддерживается Windows XP. То есть для того, чтобы писать нормальные программы под Windows, Valve вынужден использовать библиотеки от Microsoft, в которых поддержки XP больше нет. Microsoft прекратила поддержку Windows XP три года назад. А CSGO перестал работать только сегодня. То есть у тебя было 3 года на то, чтобы обновить Windows. На что ты их потратил? Правильно, на затротство в CS. -очку. Соответственно, два пути у тебя есть. Либо сидеть на жопе ровно, как ты умеешь, и ждать, что Valve вдруг выпустит новый патч для CSGO, который вновь сделает ее работоспособной на Windows XP то есть будет использовать старые майкрософтские библиотеки. Это маловероятное развитие событий, и в обозримом будущем ты вновь столкнешься с той же самой проблемой. А нормальное решение проблемы — это переустановить Windows 15-летней давности на более современный. Ну, хотя бы на семерку. Хотя поддержка семерки тоже уже прекращена. И когда CSGO перестанет работать на семерке, это только вопрос времени. А еще можно как вот здесь вот пытаться скрыть тот факт, что у тебя Windows XP, поставив на нее темку от семерки. И не надо тут усираться, что в системных требованиях к игре CSGO в магазине Valve Windows XP все еще присутствует. Мне кажется, этот раздел они не меняли никогда. Я бог Ютуба. Лайк, like, подписка, бубенцы.